немного мест, где, прогуливаясь, можно легко провалиться в прошлое. Одно из этих мест – Аппиева дорога. Те, кто планирует пройти по сохранившемуся участку Аппиевой дороги в Риме, должны прежде всего рассчитать свои силы и время. Я сегодня начала свой путь от ворот Сан-Себастьяно 8:15. Посмотрим, сколько времени у меня уйдет на весь путь. Через 800 метров от ворот Святого Себастьяна находится церковь Домине Куэ Вадис. Вы сейчас скажете, что я недавно показывала вам Аппиеву дорогу и церковь с отпечатками стоп Христа. Но на Аппиевой дороге находятся две церкви с отпечатками стоп, и сегодня я их вам покажу. Библейская легенда гласит, что именно на этом месте, где сейчас стоит церковь, апостолу Петру, бежавшему из Рима во время жестоких преследований христиан в эпоху Нерона, явился Иисус. Петр задал вопрос Иисусу: «Куда ты идешь, Господи?» На что Иисус ответил: «Я иду, чтобы снова быть распятым». Услышав это, Петру стало стыдно, и он вернулся в Рим, чтобы принять свою мученическую смерть. На месте легендарной встречи Петра и Иисуса в IX веке была воздвигнута эта церковь. Она была совсем маленькой. В XVII веке ее перестроили и расширили. Через Аппиеву дорогу и маленькую церковь всегда проходило много паломников. Перед долгой дорогой они заходили в храм и молились, обращаясь к Господу с просьбами о благополучном возвращении. На каменной плите с отпечатками стоп выбито напутствие всем идущим с пожеланиями удачной дороги. Камень на самом деле является копией. Оригинал находится и хранится в базилике Сан-Себастьяно, куда мы с вами обязательно зайдем. Возле отпечатков стоп Иисуса мы видим Аппиеву дорогу, где произошла встреча Иисуса и Петра, и фрески с их изображениями. В этой церкви находится копия статуи «Христос с крестом» работа Микеланджело. Но Микеланджело не завершил статую из-за того, что в мраморе содержались черные примеси, которые проступали на теле. Он оставил эту статую незавершенной и принялся делать вторую. Затем Микеланджело отдал две статуи заказчику, но после смерти заказчика про незаконченную статую вскоре забыли. Говорят, что она даже украшала сады. Сейчас уже несколько лет она находится в этой церкви. Оригинал статуи «Христос с крестом» находится в церкви Санта Мария Сопра Минерва. Церковь небольшая, с одним нефом. Алтарь окружен двумя фресками, распятие Петра и распятие Иисуса. А в центре изображение Мадонны, фреска школы Джотто. Петр попросил распять его вниз головой. Он посчитал, что недостоин чести быть распятым, как Иисус. Для ориентира, чтобы не сбиться с пути, когда выйдете из церкви, держите с левой стороны. И через 1,5 километра на Аппиевой дороге будет стоять еще одна церковь. Церковь Сан-Себастьяно за городскими стенами. Церковь названа в честь святого мученика Себастьяна, жившего в годы правления императора Диоклетиана. Протяженность сохранившейся Аппиевой дороги, по которой проходит наш маршрут, всего 11 километров, со спусками и подъемами. Автобусы ходят редко, да и не по всему участку Аппиевой дороги. На первых километрах ничего интересного нет, но чем дальше проходишь по дороге, тем больше понимаешь, что не зря ты решил пройти этот путь. Вдоль дороги за стеной находятся катакомбы святого Каллиста. Катакомбы Каллиста названы по имени папы Каллиста I. Эти катакомбы являются самыми протяженными среди всех христианских подземных кладбищ в Риме. Ученым удалось исследовать всего лишь 20 километров подземных ходов. Это примерно 180 тысяч могил. Катакомбы сейчас закрыты из-за пандемии, но даже когда открыты для посещения, съемки там запрещены. Дошли до церкви Сан-Себастьяно за городскими стенами. Здесь находятся еще одни катакомбы – катакомбы святого Себастьяна. Над ними была построена эта церковь. В левом боковом алтаре этой церкви находится высеченное из мрамора тело святого Себастьяна. Это работа Джорджетти, ученика Бернини. Святой, израненный стрелами. Себастьян занимал должность начальника императорской стражи и тайно исповедовал христианство своим товарищам. За это Себастьяна приговорили к смерти. Его тело пронзили стрелами.
правом боковом алтаре находится оригинал той самой каменной плиты с отпечатками стопы Иисуса. «Домине куа вадис» – так звучат на латыни слова «Куда ты идешь, Господи?». Ну а я, когда бываю в этой церкви, не устаю любоваться последней работой мастера Бернини. Великолепная работа! Я хочу показать вам этот бюст со всех сторон. Жаль, что такая красота находится так далеко от центра Рима, ведь не все сюда могут дойти. Здесь есть бар, можно остановиться, выпить кофе, отдохнуть немного и продолжить свой путь по Аппиевой дороге. Идем дальше. Сразу видно утро. Итальянские хозяйки наводят порядок дома. Следующая остановка у нас на пути – цирк Максенция, последний большой цирк Древнего Рима. Я так хотела зайти сюда, но из-за коронавируса в субботу и воскресенье закрыто. Надо прийти в будний день. Император Максенций пришел к власти в начале 4 века и начал строительство нового цирка на Аппиевой дороге. Арена цирка была длиной 480 метров, а ширина – около 80. В центре арены цирка возвышался обелиск. В 1648 году его перевезли на площадь Навона, это обелиск Домициана. Как он попал на виллу Максенция, неизвестно. Обелиск был изготовлен в Египте из гранита по приказу Домициана. Это первый век нашей эры. После строительства цирка Максенция на Аппиевой дороге, это уже четвертый век нашей эры, он был установлен в центре арены. К 17 веку от цирка остались одни развалины, и папа Иннокентий X приказал перенести обелиск на площадь Навона. Вершину обелиска украсили металлическим голубем с оливковой веточкой. Это знак герба семьи Памфили. Здесь же находится гробница сына Максенция Ромула. За гробницей находятся развалины дворца Максенция. Но не будем останавливаться, я все равно сюда еще вернусь. Прогуливаясь по Аппиевой дороге, можно встретить питомник, где выращивают растения. Тоже удивительное место. А вот так растет и цветет душистый розмарин. Идем дальше. Недалеко от цирка Максенция, на этой же стороне, находится гробница Цицилии Метеллы. Кажется, такая монументальная гробница. В верхней части сохранилась надпись Цицилии Метелли, дочери Квинта Кретика, жене Краса. Похороненная здесь в середине первого века до нашей эры женщина принадлежала к знатному семейству. В средние века эта территория вошла во владение семейства Каэтани, и гробница стала использоваться как крепостная башня. Вы помните, что в средние века античные развалины использовали как фундамент, пристраивали стены? То же самое произошло и здесь. В античные времена это была гробница,
а в средние века – крепостная башня. Об этом напоминают зубцы в форме ласточкиного хвоста. На стене гробницы замурованы фрагменты древних рельефов, мы видим орнаменты и части мраморных скульптур. Изображение бычьих голов дало имя всей местности. Эту часть Апиевой дороги еще называют Капо-ди-Бове – голова быка. Напротив гробницы Цицилии стоят уцелевшие стены церкви Святого Николая. Этот храм, мавзолей Цицилии и ряд других построек, которые раньше были здесь, были возведены семьей Каэтани. Это был знатный род, из которого в разное время вышли несколько кардиналов и два папы римских. Свое могущество семейство Каэтани утратило в XIV-XV веке. Многие постройки были разобраны на стройматериалы, что очень часто делалось в Риме, или разрушены от времени. После гробницы Цицилии Мителлы находится первый участок сохранившейся античной дороги, вымощенной крупными булыжниками. От ворот Святого Себастьяна до гробницы 3 километра. Это только через 3 километра от начала пути вы сможете увидеть настоящую Апиеву дорогу. Большая часть древней дороги уже покрыта асфальтом, однако наиболее крепкие фрагменты сохранились. И мы видим, какой была дорога в античные времена. Апиева дорога проходит мимо античных вилл, акведуков и гробниц. Здесь расположены катакомбы и церкви. Вдоль Апиевой дороги в античные времена находилось настоящее кладбище. Надгробные памятники на дороге были как визитные карточки богатых римских семейств. Земля здесь стоила дорого. Могилу с надгробием могли себе позволить на Апиевой дороге только зажиточные граждане. Конечно, Апиева дорога интересна сама по себе. Хотя многое напоминает о печальной части человеческой жизни. Но все-таки так или иначе, все представляет большой интерес и достойно внимания. Я прекрасно понимаю, что не всем удастся пройти по этой дороге. Поэтому я и решила пройти от начала и до конца пешком, чтобы показать вам все, что может встретиться на пути. Это одна из многочисленных дорог, созданных во времена Римской империи. Я очень часто гуляю по Апиевой дороге, и всякий раз она мне кажется разной и неповторимой. Если раньше здесь были захоронения богатых людей, то сейчас здесь находятся виллы богатых людей. Они, конечно, спрятаны немного от дороги, но рассмотреть богатство и роскошь всегда можно. Сейчас по Апиевой дороге любят гулять местные жители и гости города. А в выходной день здесь очень много народу. Проводят праздники, фестивали и разные мероприятия. Это бесплатный музей под открытым небом. Впрочем, как и весь Рим. В это время года хочется гулять и наслаждаться природой. Здесь можно остановиться для того, чтобы полюбоваться на живописные луга с овцами. И рассмотреть погребальные памятники римской эпохи. К сожалению, и в этот раз мне не удалось пройти весь маршрут пешком. Было уже 12 часов, а это значит обед.
За мной приехал муж, и мы поехали обедать. Еще бы часок, и я бы дошла до акведуков и прошла бы весь намеченный путь. Ну и так хорошо, ведь не последний же раз, правда? У каждого из нас есть любимые места в городе, в котором мы живем. У меня самое любимое место в Риме – это парк акведуков. Мы очень часто приезжаем сюда гулять. А сейчас весной, когда начинают цвести фруктовые деревья, мне кажется, лучше парка не найти. Здесь растут почти все фруктовые деревья, которые есть в Италии. И я уже приблизительно знаю, когда какое дерево начинает цвести. Казалось бы, парк акведуков. Надо бы рассказать вам про акведуки, но они как украшение этого парка. И все мое внимание сейчас привлекают цветущие деревья. Когда-то этот парк был разбит на участки, где местные жители выращивали овощи и фрукты. Потом запретили это делать и объявили это место городским парком. Фруктовые деревья остались. Они до сих пор радуют нас пышным цветением и фруктами. Только несколько сортов слив растет в парке. Абрикосы, яблоки, груши, виноград, инжир, лесной орех, хурма, грецкий орех, плоды съедобного кактуса. А сколько цветов и роз здесь! Это потрясающий парк, по которому хочется гулять с утра до вечера. Рядом с античными акведуками проходит железная дорога. На территории парка находится спортивный клуб и бассейн под открытым небом. Местные жители очень любят этот парк. В будни многие здесь занимаются спортом, а в выходные дни гуляют по парку с семьями и устраивают пикники. Когда будете в Риме и вам захочется уединиться от шума и суеты, садитесь в метро линия А и доезжайте до станции Джулио Агрикола. 6 минут пешком по прямой, и вы в парке. А я на этом буду прощаться с вами. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. До новых встреч, друзья!